27 светильников для улицы Новой и 8 для Молодежной. Жители 270 домов Боротаевки рады, потому что скоро будет светло, как в центре села. Мы выходим в 6 часов на прогулку. В 7 часов уже темно. Но наша улица здесь, но там-то в центре-то, туда подальше, там все-таки цивилизация, говорю, приятно посмотреть, туда идем. И потом мы возвращаемся, иногда ведь с города приезжаешь поздно ночью. Дороги у нас здесь нет, свет нам нужен. Уличное освещение здесь – самая первая потребность народа. Инициативу жители поддержали городские и региональные власти. 35 светодиодных энергосберегающих фонаря за 1 300 000 стали частью проекта по поддержке местных инициатив. Этот проект уже давно инициировался жителями, но достаточно тяжело было финансировать его только за счет городского бюджета. Спасибо Сергею Ивановичу Морозову, нашему губернатору, который с этого года разрешил участвовать и городским проектам в проектах поддержки местных инициатив. Раньше такую возможность имели только сельские территории. До конца февраля народную заявку подадут на конкурс. Тем временем у жителей Боротаевки зреют новые планы на будущее. Дорогу тоже можно нам подремонтировать, а потом у нас еще проблемы бывают. Весной нас маленько подтапливает. Вот у нас эти все проблемы. Ходим, обращаемся, мы обращаемся к депутату, обращаемся, к помощнику депутата ходим, обращаемся. О многих проблемах депутаты слышат и знают. Достижения и предстоящие планы 23-го избирательного округа нашли отражение в годовом отчете народного избранника Зонова. В актовый зал Боротаевской школы пришли, если не все, то большая часть села. Перед началом своего выступления депутат отметил уже ставшей традицией домашнюю теплую атмосферу таких встреч. Проблемы в системе здравоохранения региона не обошли стороной наш округ. В прошлом году из-за закрытия одной из крупных сетей в ФАПах приостановили продажу лекарственных средств. Но благодаря бдительности людей мы быстро подключились к этому вопросу, связались с Минздравом, и продажи лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах и Боротаевской врачебной амбулатории были восстановлены. На встрече также чествовали ветеранов войны. Каждому вручили медали и копию Знамени Победы. В преддверии 75-й годовщины со Дня Победы в Боротаевке и Кротовке установят 2 памятника защитникам Отечества. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ.